Эфир телеканала «Актис» продолжает программа «Местное время». В студии Мария Бачина. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Уровень воды в реке Китой пошел на убыль. Режим повышенной готовности в округе планируют снять. За выдающиеся заслуги Игорь Кобзев вручил государственные награды жителям Приангарья. Двое суток без света. В поселке Стеклянка раз за разом происходят аварийные отключения электроэнергии. Где деньги? Ангарские пенсионеры пожаловались на то, что вовремя не получили ежемесячных выплат. Уровень воды в реке Китой пошел на убыль. Напомним, в минувшие сутки в Ангарском округе был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления. На гидропосту в поселке Раздолье уровень воды подобрался к критической отметке в 280 сантиметров. Вечером минувшего дня было принято решение эвакуировать людей с прибрежных участков, после чего вода начала отступать. Гидромет мониторинг прекратил. Сейчас пока по Китаю еще мониторим. На 12 часов у них там уже прекратился 371 сантиметр сейчас. Меньше чем за сутки уровень на гидропосту в Раздолье упал на 70 сантиметров. Решается вопрос о снятии режима повышенной готовности. Ситуацию с паводками обсудили и на оперативном совещании в правительстве Приангарья. Сложная гидрологическая обстановка наблюдается одновременно на нескольких реках региона. На некоторых показатели уровня воды близки к критическим отметкам. Специалисты проводят мониторинг каждые 2 часа. За последние 2 дня выпало 112 миллиметров осадков, что является 93% от месячной нормы. В связи с угрозой подтопления глава Иркутской области поручил подготовить временные дамбы, в том числе на реке Китой, чтобы защитить населенные пункты. Проводится оповещение населения. ЧП произошло накануне на воздушном транспорте. Во время выполнения полета поступил сигнал о разгерметизации самолета авиакомпании «ЮТР», выполнявшей рейс Москва-Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска. На борту воздушного судна находились 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Пострадавших нет, по факту происшествия проводится проверка. В Мегете 85-летний пенсионер живет на пепелище собственного дома. Пожар произошел в минувшие выходные. Практически все имущество сгорело. Мужчина намерен восстанавливать жилище, но, судя по всему, без помощи не обойтись. Подробности далее. В этом доме Николай Орлов провел больше 30 лет, сейчас ему 85. Большую часть жизни проработал автомехаником. Рассчитывал на спокойную старость, но несколько дней назад все превратилось в пепел. Утром я сижу, чай пью с бабкой. Бабка, мы пенсионеры, часов 10. И она потом там с кухни у нас коридорчик, там, где газ-баллон. Она, Николай, там что-то горит. Ну, я бросился, да, и пошел туда. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Огонь быстро разнесся по деревянным конструкциям, уничтожив практически все имущество. Осознание того, что дома у пожилых людей больше нет, пришло не сразу. Николай Ефимович не стал падать духом и решил как можно скорее восстанавливать жилье. Супруга уехала в Ангарск к родственникам, а глава семейства остался здесь. Теперь живет в ванной комнате. Пламя туда не добралось. Кровать стоит, печка стоит, ванна стоит. Тепло, светло. Поставил кровать туда. Хотел, не уходит маленько, длинный. Но тепло спать хорошо. Есть где ночевать, есть. Она неплохая, кровать есть, тепло, печка есть, тепло. Вот так вот. А здесь нельзя безнадзорно оставлять. Первым делом Николай Ефимович планирует восстановить крышу, но пенсии, как нетрудно догадаться, не хватает даже на пиломатериал. А зима уже не за горами. Сейчас жители поселка Мегет собирают для погорельцев одежду и предметы первой необходимости. Также потребуется и финансовая помощь тех, кто неравнодушен к проблеме пожилых людей. Перечислить средства можно по указанным реквизитам. Андрей Иванов, Александр Бычков, Владимир Селиванов. Местное время. К другим темам. Жители Приангарья получили государственные награды. Их вручил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. За большой вклад в развитие региона и многолетнюю плодотворную деятельность высокими наградами отметили работников культуры, сельского хозяйства, науки, медицины, строительства и пищевой индустрии. Ваши усилия способствуют росту человеческого потенциала Иркутской области, умножению
благосостояние региона в самых различных сферах нашей деятельности. И сегодня вам, замечательным людям, вручается государственная награда. Вручение такой награды – это, конечно, огромная честь не только для меня, для всей команды нашего центра. И это очень высокая оценка. Очень отрадно, что получение награды происходит в год науки в России, когда отечественное здравоохранение демонстрирует научные прорывы. Губернатор поблагодарил заслуженных работников за высокое качество работы, целеустремленность и профессионализм. Не более 100 рублей с человека. Власти Иркутской области предложили открыть туристический сбор с приезжающих. Соответствующие документы специалисты направили в Законодательное собрание региона и Ростуризм. Столица Сибири считается отправной точкой для туристов, которые приезжают на Байкал. Перед тем, как попасть на Священное озеро, они зачастую посещают известные достопримечательности Иркутска. Как отметила Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области, курортный сбор позволил бы восстанавливать памятники деревянного зодчества и создавать сеть экологических троп, по которым так и любят гулять сами туристы. В Приангарье на 28 тысяч школьников до сих пор не поданы заявления на выплату единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей. Сейчас специалисты пенсионного фонда ведут индивидуальную работу с родителями, опекунами и усыновителями. По тем телефонам, которые есть в базе ведомства, запущена СМС-рассылка с напоминанием. Мы еще отрабатываем с главами поселковых администраций, которые находятся в труднодоступных местностях, где нет возможности подать заявление через портал государственных услуг, поскольку нет интернета. Но, к сожалению, несмотря на всю проведенную работу, есть и те родители, чьи контакты нам не удалось найти, поэтому мы призываем всех родителей подать заявление на единовременную выплату. Заявление можно подать до 1 ноября текущего года. Если по разным причинам не получается сделать это через портал госуслуг, то необходимо обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда. Напомним, выплата положена детям от 6 лет до 18 лет. Даже если ребенок еще не обучается в школе или уже закончил ее, родители вправе получить это пособие. Где пенсия? Такой вопрос за минувшие сутки поступил от сотен ангарчан. Звонки сыпались в единую справочную службу. Как пояснили в управлении пенсионного фонда, в Ангарском округе доставка пенсии по домашнему адресу производится в период с 3 по 23 число ежемесячно. Никакого сбоя не было, просто дата выплат пришлась на выходной день. Соответственно, денежные средства пенсионеры получили уже в первой половине понедельника, 23 августа. Продолжаем выпуск. Торжественные школьные линейки 1 сентября пройдут только для учеников 1 и 11 классов. Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. В Ангарске к началу учебного года готовы в полном объеме, и проведение линеек находится под контролем. Но в связи с ограничениями мероприятий по выполнению требований профилактики COVID-19 в образовательных организациях пройдут линейки 1-11 классов на улице. Кроме того, на этих линейках допустимо присутствие родителей при наличии индивидуальных средств защиты и соблюдении социальной дистанции. И в продолжение темы. В бывшем здании первой гимназии заканчивается капитальный ремонт. Остались буквально некоторые штрихи. По решению администрации округа и управления образования учиться там будут начальные классы 37-й школы. Подробности у наших корреспондентов. Здание построено около 60 лет назад, и с тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Объем запланированных задач значительно увеличился, когда приступили к реставрации. В этом году на реконструкцию учебного учреждения выделено около 12 миллионов рублей. Но работы продолжатся и в следующем. Школа номер 37 по-прежнему будет работать в две смены. Сегодня у нас ведется работа Федерации над принятием программы капитальных ремонтов школ. Мы рассчитываем, что мы одномоментно к этой фазе подойдем уже с готовым проектом, с экспертными заключениями. И вот именно по этой программе мы осуществим завершение капитального ремонта гимназии номер один бывшей, а ныне филиала школы 37. Это здание принадлежало первой гимназии, освободилось в прошлом году. Теперь его передают в ведение школы номер 37. Этого события одно из приоритетных образовательных учреждений ждало несколько лет.
Мы, конечно, очень ждем, очень ждали этого дополнительного здания, потому что школа переполнена 37-я больше, чем в полтора раза. И здесь мы планировали сделать начальную школу. Но, конечно, когда начали делать капремонт, водоотведение, электрики, понимали, что зданию почти 60 лет. И, конечно, очень много разрушений. Но нам очень повезло, что здание практически пустое, поэтому оно готово для капремонта. И очень здорово, что и администрация поддержала и одобрила. И мы готовы ждать, ремонтироваться, но очень хочется, чтобы наши дети зашли в новую современную школу. Необходимость в филиале для 37-й школы возникла очень давно. По проектной мощности 700 школьников сегодня в здании занимаются 1137 детей. А пока школа будет работать по-прежнему в две смены. В ближайшие два года зданию бывшей гимназии номер 1 требуется ремонт для дальнейшей эксплуатации и создания комфортных условий для детей младшего школьного возраста. Мария Константинова, Наталья Хмелева, Владимир Селиванов. Местное время. Глава округа Сергей Петров встретился с будущими 11-классниками. Общение прошло в свободном формате. Школьники задавали волнующие их вопросы. Например, предполагал ли глава Ангарского округа, что станет мэром? Нет, конечно. Меня интересовала геология, география, геология. Поэтому я первую профессию я получил именно связанную с этим. Поступил в Иркутский университет. Кафедра геоморфологии – это наука о рельефе Земли и отделение рассыпного золота. А Сергей Юргенсон, ученик 9 класса, являющийся премьер-министром республики Элизиум в 10-й школе, отмечен мэром за самый интересный вопрос. Сергей во время встречи спросил о формировании городского бюджета. За это Сергей Петров вручил ему юбилейное издание «Ангарск. Гордость, память, герои». Я считаю, что сегодняшняя встреча была довольно интересной, познавательной. Сергей Анатольевич отвечал на различные вопросы очень четко и дал всем участникам возможность задать ему свои вопросы. Школы Иркутской области готовы обучать детей в очном формате. В большинстве учреждений уже созданы условия, которые должны воспрепятствовать распространению коронавируса среди учащихся и педагогов. В частности, в Ангарске на подготовку к новому учебному году из областного и муниципального бюджетов выделено более 50 миллионов рублей. Накануне готовность школ проверил спикер законодательного собрания Александр Ведерников. Подробности далее. Сейчас учебные кабинеты в школах пустые, но перед тем, как дети вновь сядут за парту, учреждение необходимо проверить, особенно на предмет безопасности для учащихся. С этой целью ангарские школы посетил спикер законодательного собрания Александр Ведерников. Противоэпидемические меры уже отработаны в прошлом году. Это раздельные входы, скользящие графики обучения, термометрия и дезинфекция. Рециркуляторы воздуха сейчас имеются во всех учебных заведениях, однако их недостаточно. В некоторых школах оборудование пришлось закупать за счет родителей учащихся. Ну, в общем-то, и в стороне не должен стесняться стоять и областной бюджет, потому что это не какие-то хотелки и желалки, это предписание и рекомендации Роспотребнадзора, значит, это обязательное к выполнению мероприятий. И хорошо было бы выделить какую-то окрашенную субсидию на то, чтобы помочь муниципалитетам обеспечить школы рециркулятором. На подготовку ангарских школ к началу учебного года из областного и муниципального бюджетов выделено более 50 миллионов рублей. Спонсорскую помощь оказали промышленные предприятия. Например, муниципалитету передали стационарные аппараты для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Впрочем, это не единственная проблема, требующая материальных затрат. На встрече с председателем законодательного собрания вновь поднимался вопрос об антитеррористической защищенности школ. Образовательная система, она нуждается в физической охране. Сегодня физическую охрану, если Росгвардию привлекать, естественно, мы просчитывали, это почти 100 миллионов рублей. Поэтому, конечно, сегодня нужно задуматься нам всем, и субъекту федерации, и федерации, чтобы обеспечить вот эту безопасность в образовательных, добообразовательных организациях, конечно, нужно материальное обеспечение, субсидии. По приблизительным подсчетам, только разовые расходы на антитеррористическую защищенность школ всего региона обойдутся в 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, в ходе поездки спикер отметил опыт Ангарска в восстановлении школьных стадионов. Напомним, в округе действует муниципальная программа, по которой мэрия ремонтирует по нескольку спортплощадок в год. Доступ на футбольные поля и беговые дорожки имеют все горожане. Здесь очень удобная дорожка.
бегать легко. И мы занимаемся, и зимой ходим. Вот как ну, ранней весной вот уже. Как начали. На вашем, вот по вашему мнению, да, если вот привести в порядок все школьные стадионы и организовать группы здоровья для старшего поколения, да. Это будет востребовано? Я думаю, что да, очень даже будет востребовано. Отметим, в этом году на ремонт двух школьных стадионов из муниципального бюджета было выделено около 10 миллионов рублей. Как отметил Александр Ведерников, опыт Ангарска в этом направлении необходимо тиражировать на весь регион. Ирина Шавлюк, Александр Бычков, Дмитрий Новопашин. Местное время. К другим темам. На портале известного интернет-сервиса по поиску работы опубликовали список высокооплачиваемых профессий в регионах России. На первом месте оказалась вакансия руководителя филиала строительной компании в Пензе. На втором – разработчик мобильных приложений в Ульяновске. На третьем – инженер в Иркутске. В информации кадрового сервиса отмечается, что зарплаты свыше 100 тысяч рублей готовы предложить в разных регионах России. В Ульяновске разработчику мобильных приложений предлагают до 200 тысяч рублей в месяц. Инженеру в Иркутске – до 300 тысяч. Программисту в Хабаровске – 150. Программисту в Рязани готовы платить 120 тысяч, как и водителю категории Е в Набережных Челнах. Продолжаем выпуск. Поселок Стеклянка вновь остался без света. На этот раз аварийное отключение пришлось на выходные дни. Без электричества люди просидели более 2 суток. Сейчас свет дали, однако жители опасаются, что аварии на ЛЭП продолжатся. Проблемы с энергоснабжением в окрестностях поселка Стеклянка существуют уже много лет. По словам местных жителей, электросети находятся в ужасном состоянии. Особенно острый износ коммуникации ощущается в летнее время, когда приезжают дачники. Кабели не выдерживают большого количества электроприборов. Аварийные отключения происходят регулярно. То есть столбы 8 тысяч вольт. Наклоненные, сгнившие столбы. Не дай бог упадет. Кто будет за это отвечать? Это я обращаюсь к энергонадзору. Последняя авария произошла в ночь с субботы на воскресенье. Поломку устранили лишь через 2 суток. За это время у местных жителей испортились продукты в холодильниках, не работали электронасосы, а следовательно не было воды. И если для дачников неудобства лишь временные, то как бы тем, кто проживает здесь круглый год. В прошлом году ангарские электросети заменили 2 аварийных участка, однако этого оказалось недостаточно. Жителям было обещано, что с прокладкой кабеля через болото, нового кабеля, проблема с отключениями уйдет. Но, как мы видим, проблема продолжается. И, например, причины последнего отключения нам даже не хотят объяснять. Как заявили в электросетях, причиной поломки стали погодные условия. Из-за дождя вышли из строя изоляторы. Ремонтные работы на линии запланированы также и на следующий год. На фланах у нас и по капремонту, и в инвестиционной программе она у нас есть. Чистка просеки будет, перетяжка проводов будет, выправка опор. Ну, эксплуатацией будем заниматься, а на следующий год она у нас в планах капремонта. Отметим, что на сегодняшний день постоянное жилье в поселке Стеклянка и окрестных деревнях имеют около 1000 семей. Александр Бычков, Владимир Селиванов, «Местное время». Уборочная кампания продолжается в Иркутской области. С полей региона собрали свыше 18 тонн зерна, 130 тонн ранних овощей и больше 300 тонн раннего картофеля. Об этом губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву в ходе оперативного совещания доложил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Сельскохозяйственными товаропроизводителями сделан хороший задел для получения достойного урожая в 2021 году. Приобретено и внесено более 37 тысяч тонн минеральных удобрений, что на 24% больше уровня 2020 года. Своевременно проведена обработка посевов отсорной растительности на площади около 300 тысяч гектаров. Министр отметил, что сложные погодные условия, не характерные для области, сложившиеся в текущем году в период проведения посевных работ, не позволили завершить сев в оптимальные сроки. Часть площадей не была засеяна зерновыми, овощными культурами и картофелем. Однако при этом яровой сев сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлым годом увеличился больше, чем на 1000 гектаров. Объемы урожайности у наших дачников далеки от промышленных масштабов, однако и на своих 6 сотках некоторые способны применять новые технологии. Малоуходный сад – это современный тренд земледелия. Это минимум физических затрат и экономия времени, но необходимо выбирать растения, которые не требуют большого внимания. Ангарчанка Виктория Осадчук мечтает свою дачу превратить именно в такой уголок. Пока супруг Владимир строит благоустроенный дом, сама цветочная фея хлопочет на клумбах. Наш эфир продолжит заключительная серия летнего проекта «Блогер с грядки». Меня зовут Виктория Сайчук, я начинающий блогер.
В прошлом году я участвовала в телепроекте «Актиса», и мне очень понравилось. Решила поучаствовать и в этом году тоже. В прошлом году я вам рассказывала про то, как я выращиваю арбузу и агротехнику этой культуры. В этом году я хочу поделиться с вами своими знаниями о малоуходном саде, что я об этом знаю. Итак, растения для малоуходного сада. Ну вот моя красавица астильба. Это очень красивое, неприхотливое растение. Мои красавицы герани. Я их давно заношу домой. Фуксия, осенний цветок. И тайдалы. Мы привыкли маленькие тайдалы, а это вот большой цветочек. Так, и вот гордость моей коллекции небольшой — горец. Этот цветочек я привезла из Новосибирска. Он очень хороший медонос, красивый. И вот такие вот большие шапки у него. Отрастает от корня, очень неприхотливый, рекомендую. Вот еще одна моя фуксия. Это осенний цветок, украшение сада. Вот моя беседка, гордость нашего, моя и мужа. Я вырастила тут коллизию. Тоже очень красиво. Муж сделал мне кашпо, а я в них вырастила вот такую вот красоту. А вот еще хочу показать одну мою красавицу. Это кала. Цветет вот у меня вовсю, украшает мой сад. И вообще осень – это время колеусов. Они раскрываются в это время, красивые. Вот смотрите, как вроде бы неприхотливый цветочек. Дома он ничего из себя не представляет. А когда его высаживаешь, бархатистый, красивый, насыщенный цвет. Я работаю в доме ребенка, и работа моя отнимает очень много времени и сил. Поэтому я выбираю растения, которые не требовательны в уходе. Вот такое блогер с грядки. Всем привет! На сегодня это все новости, с которыми мы успели вас познакомить. Впереди прогноз погоды, а в 21:30 смотрите художественный фильм «Артур Ньюман». С новостями вы также можете познакомиться на нашем сайте actis.tv.ru и в инстаграме actis_tv. До встречи на телеканале «Актис».